Здравствуйте, уважаемые слушатели, подписчики. Получасом раньше снимал видео про чудесные флешки. Вот они. 16 гигабайт одна, вторая, титановые. Ну, сплав. Я называю их титановый сплав. Сейчас хочу продемонстрировать, мало, конечно, у кого есть еще. Такая же флешка из этой же серии. Серия Kingston. Вот эти 16-е. А я хочу продемонстрировать 64-ю флешку. 64 гигабайта. Вот это уже уровень, ребята, я вам скажу. 64 гигабайта с собой носить флешечку. Это, конечно, уже уровень. Кстати, хочу вам сказать, что я готовлюсь купить флешку еще более емкую на 128 гигабайт. Конечно, таких еще нету, но обычные такие есть, пластмассовые флешки уже есть. Кстати, не знаю почему, цена на них значительно упала, и сейчас они в Украине стоят в районе 750 гривен. Ну, если перевести это на доллары, я могу сказать, что это примерно 50 с чем-то долларов, так сказать. 128-я флешка будет стоить на данный момент 55 долларов. Я готовлюсь тоже ее купить, но сегодня покажу вам, так сказать, чудо техники, потому что еще в прошлом году такая флешка, конечно, и была, но стоила она бешеных денег. Сейчас она, в принципе, стоит абсолютно недорого. Я ее взял за 360 гривен, ну, примерно 360 гривен в Украине. В розетке я взял 360 гривен. Ну, кто хочет, так сказать, посмотреть более расширенный обзор, смотрите предыдущий мой обзор про такую же флешку, только 16-ю. Ну, вкратце скажу, что очень массивная, очень крепкая, цельнометаллическая, бешеное кольцо сумасшедшее, которое можно на Эльбрус залазить с таким кольцом. Ну, в общем, флешка, конечно, супер. Если она не будет ломаться, я имею в виду по электрической части, по электронной, то, конечно, флешка неубиваемая. Можно на нее падать, можно становиться каблуками на нее и так далее. Покупайте вот такие флешки, конечно, классная флешка. Потому что, ну, пластмассовые флешки, у меня их очень много было. Я использую различные флешки. Там от 2 были гигабайт до 32, грубо говоря. У меня куча еще есть. Есть у меня 32 гигабайтная флешка, тоже неплохая флешка, маленькая, все, но она пластмассовая, она уже развалилась, а ей всего год. Поэтому вот такая. Давайте еще проверим, такая же скорость на ней, то есть давайте ее вставим. Так, вставим и посмотрим. Угу. Вот она открылась, эта флешка. Давайте посмотрим, бросим на нее тот же файл. Вот он, 260 мегабайт. Бросим на нее этот файл и посмотрим, такая же будет скорость. То есть от количества гигабайт не изменяется ли скорость? Не тормозит ли? Давайте посмотрим. Так, пошло копирование. Так, смотрим. Скорость сразу в районе пятерки, 5 мегабит в секунду, скорость сразу, потому что на 16-х флешках, на 16-х скорость как бы стала 8, 7, 6, потом 5, а здесь сразу 5, но держится, в принципе, стабильно, 5 мегабит, вот, 5.10, 5.18, 5.19, все, в принципе, да, ну, 200 мегабайт, видите, как закачало, в принципе, можно сказать, быстро. Конечно, если фильмы будете туда бросать, то
то, конечно, будет закачиваться немало, особенно там в каком-то формате. Кстати, не забывайте форматировать флешки, потому что некоторые фирмы туда не бросаются. Форматировать в нужном формате, который может позволять закачивать туда фильмы там 2 и больше гигабайта. Так, ну что, в принципе, скорость, вот видите, закачала, в течение минуты 200 мегабайт закачала. Ну что, шикарная флешка, огромный объем, небольшая уже цена, то есть цены на флешки падают, цена небольшая, 64-я флешка, это, конечно, бомба, 64, я считаю, круто, очень хорошо ее использовать для телевизора. То есть на нее может вместиться примерно 40 фильмов. Вот как, в принципе, у меня телевизор. Вот такой телевизор. И что я сделал? Я вот такую херню сзади повесил. Видите, на резиночке. Чтобы она, получается, не висела. То есть ничего не должно висеть. Видите, как все четко. Никаких проводов, ничего. То есть вот это круто. Вот повесил я переходничок. Вот он на резиночке. И все, я вставляю в него флешку. Она тоже вместе с ним на резиночке уходит вверх. И если надо, просто рукой беру, подтягиваю и вынимаю флешку. Раз, там, подтягиваю и вставляю флешку. Все, и 40 фильмов на него, на эту флешку, на 64-ю загружаю. И эти 40 фильмов я могу смотреть он месяц целый. Вот так. Ну все, спасибо за внимание. Спасибо, что вы смотрели мой обзор чудо титановых флешек. С вами был Эд. И пока.